с Екатериной Валерьевной Богдановой, да. Она теперь моя жена. Ну как, ЗАГС Марина Рушинского района. Заявление подали еще давно, сейчас вот подошло время и расписались. На дне рождения Степана Валерьевича Меньшикова, нашего товарища по дому 2. Угу. Это было в 2013 году на его 35-летие. Но мне бы хотелось пышное торжество. Я надеюсь на поддержку со стороны телепроекта в этом вопросе. Если они смогут поддержать, тогда будет пышное торжество. Ну, я надеюсь, у моих родителей трое детей. Я надеюсь,